Рада всех видеть на моем канале. С вами Люси Мили и мое видео «События последних дней». Вот такой букетик мне подарили дети на 8 марта. Вот такое сейчас у нас делают оформление в стиле, я думаю, ретро. Вот такие орхидейки, гвоздички. Очень красивый букетик. Я хочу сказать большое спасибо моим деткам, что подарили мне такой букет, порадовали меня. Очень красивый дизайн букета. После ураганного ветра и бури, которая пронеслась. Смотрите, какое у нас красивое солнечное утро. Птички поют. Видно или нет, птичка там такая маленькая. Смотрите, как из земли с теплом сразу начали цветочки ранние, нарциссики. Первые вестники весны. Такая уже красота. Проснулась природа. У нас потеплело. Вчера, правда, было плюс 12, но такой сумасшедший ветер. Сегодня плюс 6. Пролазят тюльпанчики, маргаритки, калюжница. Душа радуется. Пионы. А это наши кролики. Хотела бы рассказать о кроликах. Пока 2 дня мы искали, где купить хорошее сено, я накопала ведро топинамбура и кормила их 2 дня только топинамбуром. Конечно, он низкокалорийный, но он очень витаминный. Я думаю, хуже, чем... им не будет. Это, наоборот, мне кажется, самое лучшее для них будет такая немножко диета от этого сена, которое попалось. Ну и за это время я перечитала массу информации о болезнях. Даже интересный факт такой, как появилась ВГБК. Эта болезнь появилась в Австралии. Искусственно биологическое оружие это было придумано от того, что они не могли спасти поля от зайцев. Сколько они с ними не боролись, ничего у них не получалось. И вот они биологически вывели такое оружие, после чего они справились со своими зайцами, заодно и распространилось по всему миру это заболевание. Бедные кролики мрут везде от этой болезни. Но, слава богу, у нас прошла эта болезнь. Это оказалось просто сено плохое. Может, оно хранилось, было не в тех условиях. Даже, оказывается, я вычитала, если мыши оставили свои следы жизнедеятельности в сене, то кролики тоже от этого могут заболеть. Ну, пока мы вот это 2 дня искали, где купить хорошее сено, я их кормила топинамбуром. Ну, а потом мы у знакомых купили тюк с
сенца. Больше у нас смертей не было. Это у нас старшая семейка, 4 штучки здесь, и мама. Они не пострадали вообще. Пострадала у меня другая семейка. Там осталось из 8 штук, осталось 2 деток и мама. 6, ну, они погибли за одну ночь. Очень нравится им топинамбур. Грустно, конечно, но так получилось. Ну, просто для меня это был такой удар. Я просто не ожидала. И даже не могла предположить, что это может быть вот так единовременно. Это уже с ведра осталось. Остатки топинамбура. И вот мы купили такое сенцо. Новое им. Это наша вот эта семеечка, которая пострадала. Вот их осталось 2, и мамочка. Веселенькие, здоровенькие. Всего вам доброго. С вами была Люси Мили. Подписывайтесь на мой канал.